Что пьет тот мальчик? Он пьет молоко. А что такое молоко? Молоко – это первый пищевой продукт, которым мамы кормят своих новорожденных малышей. Молоко – это совершенный пищевой продукт, который содержит много питательных веществ, необходимых для роста здоровых и сильных малышей. Молоко, которое обычно продается в супермаркете, дают коровы. Только небольшая часть этого молока потребляется телятами, а все остальное сразу же подвергается охлаждению для длительного хранения. А что же тогда едят коровы, чтобы получить так много молока? Много разных питательных продуктов и, среди прочего, сена, которое для них самая вкусная пища. А как делается сено? Сено – это трава, которую весной и летом косят на лугах, а затем сушат на солнце для того, чтобы можно было его хранить и давать коровам, когда будет холодно и на полях травы не будет. Для производства сена и его транспортировки на ферму необходима помощь тракторов, которые вместе со специальными машинами косят траву, переворачивают ее на поле несколько раз, чтобы она хорошо просушилась на солнце, а затем превратилась в настоящее сено. После этого сено подбирают с земли, прессуют, а затем вяжут в круглые или квадратные тюки, которые потом перевозят на ферму с помощью прицепа. Ну хорошо! А как потом коровы едят сено из тюков? Ведь оно так сильно спрессовано! Прежде чем дать его коровам, используется специальное оборудование, прицепляемое к тракторам. С его помощью распускают тюки, мелко нарезают сено и делают его очень мягким. Коровам оно кажется таким аппетитным, что они соревнуются, кто из них больше съест. Ура! Я все понял! Поеду покосить траву!